Сегодня у нас думательная игра Нэнси Дрю. 17-я игра, господи, я так понимаю, Нэнси Дрю это что, типа мобильных игр, которые там типа 3 в ряд или что-нибудь вот такое. То есть там 200 частей можно наклепать, в принципе ничего не изменится, да? Ну я сейчас, у меня пошла мысля. У меня слюни сейчас пойдут из уха, правда, ну в общем... Конечно, рабочий. Что вы хотели? Я не могу достать бутылку. Вы можете мне помочь? Как ты? Пойдем веселиться. Давай. Легенда о хрустальном черепе. Это мой рабочий стол. Можете все здесь осмотреть. Спасибо. Чтобы познакомиться с тем, что и как я делаю. Не знаю, что она душит с самого начала. Я только игру запустила, она такая. Просто щелкните его. Я попробуйте пытаюсь. Щелкнуть ключ. Я уже щелкаю. Предмета, который вы взяли. Бля. Попробуйте с помощью ключа. Того я понял. Чемодан. Хорошо. Или щелкните любой другой. Что? Что она хочет? Также в нижней части важный предмет, который вы нашли во время расследования. Все, я вышел. Заткнись. Давайте пойдем просто. Ну, я догадаюсь, наверное, как играть сам. Я не могу. Пипец, она душная тварь какая-то просто. Это что за херня? Билет. Младший детектив и страшный детектив. Это типа хардкор, да? В эту игру лучше играть в темной комнате. Днем прикройте шторы, чтобы создать полумрак. Ночью... Не успел прочитать, блядь. О, давайте выпьем, ладно. Я старший детектив, а значит мне не нужны подсказки. Подожди, давай поговорим. Ты пойдешь охмурять нового краша? Какая краша? Подожди, я вообще, блядь, не вдупляю. Где я? Чё здесь? Кто я? Зачем я тут? Музыка из нуарного порно или типа того. А, тут написано. Нед попросил посмотреть. Нед попросил... Я что-то, походу, пропустил. Земфира? Да нет, какой-то, блин, кровосися. Я что тут делаю? Я что-то пропустил интро или что? Что это за дом? Кто кого что попросил? Заткнись. Давайте пойдем просто, я догадаюсь, наверное, как играть сам. Он пробрался к себе в дом в образе скелета, чтобы... Да он не пробрался, он тут бы... Это она к ним в хату вломилась такая и зашла. Просто вообще пустили, не ждут ее, не... просто зашла в хату. Чел просто занимался своими делами в карнавальном костюме. Может, он косплеер. И она такая, а он ей, естественно, незнакомая какая-то, блин, баба зашла, я бы ей тоже в лицо прыснул чем-нибудь, какого хрена. Не уйду отсюда, пока не узнаю, что затевал человек-скелет. Блять, да тебя ебет в чужом доме, что он там затевал, я не пойму, какого хрена. Опа, what the fuck, я разгадал главный ребус игры. Вращайте барабан. Мы пройдем стрима. Часа 3-4 проходится, а не стрима 3-4. Ты там не подсказывай, давай, какие? Вот такое. Ай, ужас какой. Секундочку, чатик. Ордер старшего детектива. Ордер! У меня ордер на ваш обыск! Ректальный. Надо теперь, смотри, короче. Чё теперь? Не мимо. Блядь. Не хватает одного, как бы. И чё? Сделали. Чат. Чего-то не хватает, я вам отвечаю. А сколько в игре загадок? Две? Это еще какая-то? Как это за три часа пройти? Я не могу понять. Может, две и финал? Давай созвонимся в DC. DBC, подожди. Загадки Нэнси Дрю, как планета Миллер. Проводишь в ней 10 минут, кажется, прошли уже годы. Я прям чувствую, как умнею, неприятное ощущение. Согласен. Ох, что-то такое, оно, блин, сложное.
А младший детектив или старший? Конечно, старший. Я чё, блин, казуал, что ли? Да я не могу думать. Надо, чтобы был. Пойдём в другую загадку. Поиграем. Что-то... Наверняка надо что-то еще найти, я думаю. Надо выйти нахуй из этого дома. Да вот этот шар. Сперва толкай самый нижний к верхнему. Потом не надо вот это нижний, верхний, там потом... все, ничего, не надо мне подсказывать. Не надо, я не просил, спасибо. Дальше будет... Да все, тихо. Ну типа, я понимаю, что надо сделать, но я не понимаю, как это сделать. Нам надо перекрыть все лучи. Но как? Hello, darkness, my old friend. Куда он проебался-то? Ёбаный ниндзя! Так. Уже часть на этой загадке, на остальные десятки загадок у тебя осталось 3 часа. Так, а куда мне спешить-то? Зиба его. Управление дурацкое какое-то. Ну, в общем, да, надо туда. Но я сейчас, ну я, у меня пошла мысля, пошла. У меня слюни сейчас пойдут из уха, правда. Ну, в общем, ну, ладно, нормально. Сейчас мы все сделаем. Сейчас. Значит, выше. Так. Да? Не. Я сделаю вот так. Неправильно нажал. Что это? Что это? Ну тут надо, да? То есть надо вот так, потом вот так. Что, блять, угораете? Это изи было, изи. Чат, это был. Это легкая была, ё-моё, вообще. Ой. Изи. Салам, как дела? Чё делаете? Выглядит страшно. Нет. Не надо таких игр больше, пожалуйста. Боже, ты можешь сохранить? О, надо сохраниться срочно. Легенда, я такой. Опа, катсцена, я куда-то двигаюсь. Сейчас у нас есть прогресс. Это уже хорошо. А я должен ходить, это не катсцена. Да нет, тут надо запомнить, смотри. Запад, север, восток, юг. Запад, север, запад, юг. Это же как стишок. Ну... Запад, север, восток, юг. Запад, север, запад, юг. Восток, восток. Восток, север, восток. Давай сфоткаем. Легкая игра вообще, в принципе. Какой-то гайд, не знаю, по пользованию, блин, мегаловушками. Я что, блин, один дома тут, что ли? Как же мы дошли до такой жизни? Да, это вот эти, блин, вон в чате придумали нам такое. Мы так... Чё, вот как вообще до этого тут можно догадаться? Я не понимаю. Что-то здесь не так. Да тут не так все с этой игрой, ебо. Нужно доработать.
Иди спроси у чела, я не знаю, который тут работает. Скажи, чел, как сделать так, чтобы здесь все упало? И я тебя типа отвлекла. Иди мне покажи. И пока он будет настраивать, просто ворую эту нахрен коробку конченую просто. Зачем тебе вот это вот городить? Это вообще что? Вот где логика реально? Типа ты приходишь в антикварный магазин или что это такое? И начинаешь тут двигать вот так вот вещи. Чел за кассой стоит такой. А ты типа в это время все это переставляешь, какие-то капли там что-то. Это нормальная, типа логичная игра, по-моему, или что? Это, блядь, вообще что за бред? Я поставлю балалайку, а вот тут должен надуться шарик. Шарик надуется, на балалайке сигается третья струнка, аккорд ля мажор. И вот мы этот шарик... Почти то, что нужно. Почти то, что нужно. Я вот так вот все перемешал. Было почти то, что нужно. Перемешал все вот так. Почти то, что нужно. А насколько почти можно? Где? Хорошо. Она говорит почти то, что нужно. Это значит, что она подразумевает, что она знает, как это решить. Ну, типа, давай, я знаю, как решить, но все-таки еще попереставляю, как бы вообще, да? Логично. Где тут была логика в натуре? Серьезно, класс. Классно. Нужно доработать. Доработать? Да, надо. Хорошо. Я буду просто сидеть и тыкать, пока, блядь, что-нибудь не получится. Вообще, просто на рандоме буду переставлять. Я очень близка к цели. Насколько близка? Это Артур игру заказал, да? Со второго аккаунта. Мы это сделали в натуре. Это должно сработать. Что должно Ламон, сработать? Можете помочь? Боже, это что за... Конечно, разработчик. Я не могу достать бутылку. Вы можете мне помочь? Как ты... Такого вообще... Что в башке там было такое додуматься? Я не знаю. Конченая просто дичь. Вот и мое лицо сейчас вот этого типа, это, когда он все это вот... Можно еще громче? Умри, упади, убейся. Извините меня, сейчас я вам что-нибудь принесу. Что вам нужно? Назальный спрей. Дробовик. Кладовой. Назальный спрей в кладовой. Какие же планы я придумал? Быстрее! А для себя мы сегодня купили мне простой шоколадный пирог. Заткнись! На рынке. К ней прикреплены два листка бумаги. Пацан от чиха умрет, да быстрее бы уже. А поскорее бы, господи, боже мой. Если у тебя есть умные мысли, я с удовольствием их выслушаю. Я думаю, на листках зашифрован код. Ты говорила, что на одном из них есть числовые ссылки. Да, главы из Гамлета. Может быть, эти числа имеют отношение к письму Амелинды? Быстрее! Найди в нем букву, которая соответствует цифре 2. Это будет первая буква кода. А потом нужно отсчитать от нее 10, и я узнаю вторую букву кода. Все ясно. Я позвоню, когда откроешь букву. Кого? 16, 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 16
ключ от моей комнаты. Изи. Забудь закрыть дверь. Тебе я доверяю. Ни хрена себе у нее там. Офигеть, видели эти запасы. Меньше жира. И одна для меня. Ням-нямочка. Еще бери. Да, вкусно. Да, вкусно. Ешь все. Пустила бабка в комнату. Запас годового шоколада пожрали. Действительно вкусно. Действительно? Интересно. Да, вкусно. Ой-ой. What the fuck, пристошнило? Давай если еще. Если я съем еще одну, мне будет плохо. Да ешь, нормально все будет. Тебе я доверяю. Так. Я заскринил. Хорошо. Иди.
Му. Диму. К. База Лупа Димука. База Лупа Димука. Ну я так расшифровал. Давайте еще раз. Ба. За. Лу. Так, треугольник. Па. База Лупа. Хули ты несешь? Ты что, нажрался? Иди ты нахуй. О, смотри. Что это было? Игги, ручная игуана Бруно. Большая любительница разных бумажек. Не удивлюсь, если она строит где-нибудь бумажное гнездо. Слушай, я так долго укладывал эти книги. Лавкрафт с топором слева, я точно узнал. У меня сейчас нет времени. Fuck. А можно взглянуть на одну из книг? Конечно. Но только когда ты сложишь их все на место. Бля. Ну давай. Их вертеть-то можно как-то? Или прям надо вот точно сложить? Это же... Что ж так-то? Как? Хай! Пхай, давай. Пхай! Идиот. Фоня или чё? Б. Хочкинс у нас появился. Слышь, ты Хочкинс, здорово. Да. А, это мы типа его записали. Здравствуйте, меня зовут Нэнси Дрю. Я говорю с профессором Хочкинс. Не надо было его фоткать. Да, с ней, то есть со мной. Нэнси Дрю, значит? Где-то я уже слышала это имя. Аду. Мы знакомы? Да, в какой-то мере. Алло, кто это? Здравствуйте, профессор. Это снова Нэнси Дрю. Нэнси Дрю? Ты точно не работала на сыроварне? Ответ отрицательный. Конечно, мы больше можно не услышим эту подсказку, да? Конечно. Понятно. О чем будем говорить? До свидания. Всего доброго. До свидания. А-а-а. Всего хорошего! Какая классная загадка! Нас! Всем пока! It's bitch, yeah. Базалупа. Хули ты несешь? Ты нажрался?